Всем привет, показывает и рассказывает Злата ТВ. Подписываемся на нас, комментируем, ставим лайки. Меня зовут Зубенков Андрей, поехали. Роналду получил приз Golden Foot 2020. Аньели Golden Foot Prestige 2020. Вот такая новость, обсудим ее. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил премию Golden Foot 2020. А я напомню, награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола. По итогам голосования среди болельщиков. Вообще-то, Роналду в соцсетях безоговорочный лидер. И если бы по соцсетям голосовали за, скажем, президента Португалии, то Роналду выиграл бы эти выборы с большим отрывом. Даже если он не участвовал бы в этих выборах. Также впервые была вручена награда Golden Foot Prestige. Ее получил президент Ювентуса Андреа Аньели за достижения в карьере. А у меня на этом все. Пока.